Уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие, я вас всех приветствую. Меня зовут Эрсен. Спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Давайте посмотрим, как и обещала, расклад на июнь месяц, что у него будет с женой. Посмотрим, что у них сейчас в отношениях. Вот, и что будет в июне месяце. Королевская золоченая Таро, кому интересно. Чиромарчити и Барбара Мур. Так, просит просто название, да? Давайте посмотрим. Что у них сейчас в отношениях? У этого мужчины, которого вы загадали, и его жены, что на данный момент в отношениях? Что у нас здесь все крутится там? Десяточка мечей. Что у них здесь? Тройка мечей. Боже, что мой вверх страшный суд. Восьмерка мечей. Девятка мечей, девятка кубков. Что у них здесь в отношениях, я бы сказала, ничего хорошего. Десятка мечей, болезненный кризис, болезненный разрыв. Все почему? Потому что здесь имеет место быть тройка мечей, да? То есть здесь либо у вас любовный треугольник с этим мужчиной, либо четырехугольник, да, у кого как проиграется. Здесь сейчас у них, знаете, период какого-то ожидания, период страхов внутренних. С чем связаны страхи у нас? Боязнь сделать выбор. Какой-то выбор. Кто должен сделать выбор? Здесь мужчина. Он очень сильно король, да, вышел. Здесь очень сильно мужчина боится сделать неправильный выбор, выйти из зоны комфорта. А вдруг я там, да, десятка мечей и девятка мечей. Да, у нас разрыв произошел. Болезненный разрыв, да. Какой-то кризис сейчас, очень болезненный. Проживание какое-то идет. Сердце-то разбито, да, здесь. Но очень страшно выйти из зоны комфорта. Может быть, они очень долго были вместе, да? Ну, к примеру, люди, когда живут 20 лет вместе, это уже привычка, и очень тяжело, да, выйти из своей зоны комфорта. Вот я всю жизнь жил вот так вот у меня было, да, вот я пришел с работы, со своего завода, со своим пивком, охотой крепкой, посидел, да, вечером перед телевизором и пошел спать. А тут как же так, я вот, не будет завода, не будет пивка, охоты крепкой, да, и что же теперь делать? Ну, это я имею в виду, привела пример, да, то вы мне сейчас пишете, он аристократ, он не пьет охоту крепкую. Это просто пример у меня, девочки, поймите, да? Вот. Здесь манипуляция сейчас идет. Кто манипулирует здесь? Кто манипулирует здесь? Непонятно кто. Ну, здесь кто-то манипулирует, знаете, какие-то не до конца честен. Карта мага, карта верховной жрицы, два раза выпал. Здесь может быть магия. Для кого актуально, для кого не актуально, просто пропустить эту информацию. Да, там такие карты вышли, что кто-то может манипулировать магией, чтобы удержать человека в семье, чтобы начать все сначала с чистого листа. Карта шут-дурак, да, это карта начала. Поэтому здесь кто-то манипулирует, чтобы оставить человека в семье. Не показывают, кто, да. Не могу сказать, кто из них манипулирует. А, возможно, они оба здесь манипулируют. Вот. Поэтому, как-то, знаете, ситуация по восьмерке мечей. Здесь одни мечи, понимаете? Паш мечей, девятка мечей, восьмерка, десятка мечей. Здесь холодная очень карта, да. То есть никакой там душевной теплоты в данный момент у них в отношениях речи не идет. Во-первых. Во-вторых, очень суду, да, здесь решаются какие-то вот такие судьбоносные моменты в их отношениях. Пока период ожидания, период выбора, да, взвешивание всех за и все против. Кстати говоря, здесь могут быть обязанности, обязательства какие-то. К примеру, там человек, да, он знает, что он должен, к примеру, помогать детям, да, и он не может уйти, потому что здесь надо помогать детям. Либо там помощь ей какая-то, да. Вот, может быть, она всю жизнь там не работала, да, и он понимает, что содержать ее некому. Вот, а как же так он уйдет? Здесь какая-то такая, здесь какая-то помощь, да, карта помощи. То есть один, кстати говоря, здесь кто-то из них может манипулировать, опять-таки, этой помощью. Вот.
Да, может быть, там жена говорит, уходи, ну, пожалуйста, помогай мне там детей, да, воспитывать. Либо забирай детей. И хочешь уйти, уходи, забирай детей, самых расти. Да, что это я должна растить? Ну, тоже пример, да. Сейчас очень много мне на Яндекс.Дзене попадается статей, когда именно мамы такие говорят, что уходят из семьи. И говорят, ну, а мужчина как бы хочет уходить из семьи. Она ему говорит, ну, пожалуйста, господи, я себя не держу, уходи, детей забирай только, пожалуйста, сам ипотеку плати, детей расти. Что, хочешь уходить к любовнице, уходи. Вот. Поэтому здесь тоже так же может, да, она может ему и говорит, ты уходи, только детей с собой забери. В общем, либо наоборот, да, здесь она может говорить, что вот, пожалуйста, да, давай мне денег на детей, столько то-то, да, ты должен делать, пожалуйста, и уходи. То есть здесь какой-то, здесь сейчас период у них принятия решения, выбор какой-то, да, сейчас идет связанный с чем? Ну, здесь женщина, да, думает, что делать. Что делать с их отношениями? Карта императрицы, да, она принимает сейчас какое-то решение, как же дальше быть с их отношениями. Выбора какого-то она пока еще не сделала, она сомневается, очень много страхов, опять-таки, да. К примеру, там опять, если брать пример, 20 лет люди были вместе, она понимает, она к нему привыкла, да, и она думает, что теперь я буду делать? Вот я привыкла вот тоже вот так вот жить, да, у меня какой-то свой уже порядок в жизни, а теперь как-то, знаете, как почва из-под ног, как же я это вот так вот его отпущу? Здесь очень-очень много страхов, ситуация нестабильная, они не понимают, да, вот не видят свет в конце туннеля, не видят выхода из сложившейся ситуации, намного очень закрывают глаза, да, они могут не разговаривать, хотя уже все идет к тому, что надо поговорить, здесь мужчина или женщина могут выпивать, да, как-то пытаются уйти от реальности, чтобы не решать проблемы. Хотя проблемы, они уже назрели, здесь вот все. Здесь надо что-то делать. Кстати говоря, здесь может быть, да, как раз-таки камень преткновения, дети. Дети, внуки, что-то вот такое может быть здесь. Помощь детям, помощь внукам, что-то как-то такое вот. Поэтому, ну, по десятке мечей, по восьмерке мечей, да, по тройке мечей, ну, ничего хорошего. Разбитые сердца, да, у них. Тяжело, очень тяжелые отношения, честно говоря, не вижу, да, что их что-то держит, вообще не понимаю, что их держит с такими картами. Давайте посмотрим, что у него, какие у него мысли в июне. Мы смотрим, да, мысли, они меняются, да, сегодня там одно думает, завтра другое, но мы посмотрим в общем, да, общая тенденция его мыслей по поводу жены в июне месяце. Какие мысли у этого мужчины в июне месяце будут про свою жену? О чем он будет думать? Ну, зеркалит ее. Держит общие узы, да, официальный брак. Но он понимает, что они слишком разные. Вот люди, да, я говорю, здесь нету какой-то душевной теплоты. Люди понимают, что они слишком разные, смотрят в разные направления. Им даже, может быть, не о чем поговорить, да, вот вообще абсолютно разные. Живут как соседи. Пересыщение друг другом у них. Они не хотят, я так даже понимаю, знаете, что они, может, даже не общаются. Потому что, знаете, как бывает такое, знаете, тошнит от тебя. Вот здесь такое же, тут такая же ситуация, да, когда люди пересытились друг другом, уже не хотят, да. Смотрю на твое лицо, и мне от тебя тошно. Здесь какая-то такая ситуация. Тяжело очень, да, но этот вот крест есть. Опять-таки, крест — это какие-то обязанности, обязательства, да, вот, которые соединяют их вместе. И вот этот крест не скинешь. Вот тащу этот крест, ему тяжело, вот его уже здесь, видите, прогнуло всего под этим крестом. Он вспоминает когда-то, когда они были вместе, да, когда у них все начиналось, вот иллюзии, красота и тени прошлого. Вот в прошлом она была для него, да, там, красивые, что вот как у них все начиналось, как красиво было, какие чувства у нее здесь были. Но опять-таки, да, это как все в прошлом. Вот и кроме того, здесь очень много чего нехорошего было в прошлом у них. Вот, поэтому здесь вот он вспоминает, здесь, знаете, как-то в иллюзиях даже пребывает в каких-то... о том, как у них все было когда-то там, хорошо, 30 лет назад. В прошлом живет, да?
Опять-таки, смотрите, здесь серый будний день сурка. Опять-таки, говорю, пришел с завода со своей охотой крепкой, лег на диванчик, и все, и ничего больше не хочу. Бег по замкнутому кругу, да, вот как белка в колесе, он серый будний. Ну, вот тяжело, вот. Опять-таки, вмешательство иллюзии опять может быть указание на чье-то магическое воздействие. Имейте в виду, да, что такое может быть. Не у всех, опять-таки, да, но такое может быть, что здесь. Она недовольна ситуацию, он видит ее как снежной королевой, да, вот у них нету опять-таки вот этого взаимопонимания, взаимовыручки какой-то, да, взаимного уважения здесь нету, здесь только вот какие-то узы держат их, да, и вот этот вот крест. Вот, он ревнует ее, не могу сказать здесь ничего, да, но здесь опять-таки может быть из-за вмешательства, да, может быть она как-то разжигает страсть в нем, ну, такое может быть, да, вот, чтобы он ее как-то вот вернулся в семью, да, и вот он ее ревнует. Либо просто вообще просто человек ревнует, почему? Потому что, ну, вот, общие какие-то воспоминания у них, вот. Ну, такое, может, собственническое чувство, да, здесь ревность. Ну, на выборе здесь будет стоять. Он думает о себе любимом, как ему будет хорошо. Какой дорогой по жизни ему дальше идти. Карта мужчина, карта выбора. Я думаю, в первую очередь, о себе, да. Вот, есть какое-то желание, говорю, за прошлое отомстить, даже что-то вот как-то не так, да. Будет пытаться с ней разговаривать. Карта контакта, наладить контакты. Здесь они, кстати говоря, даже могут не жить вместе. Карта встречи говорит о том, что они могут... Он будет думать о том, как бы встретиться с ней, как бы поговорить, как бы прийти к какому-то общему знаменателю. Да, здесь такая ситуация. То есть такие мысли у него. На выборе стоим. Весь июнь будем стоять на выборе. Что же делать с этими отношениями? Давайте посмотрим, что у него в чувствах будет к жене. В общем, да, общая тенденция чувств июня месяца. Какие здесь будут... Но он будет сомневаться. Он, видите, он вышел за ворота отношений, все сомневается. С ее стороны чувства еще есть. С его стороны чашечки уже нету, пусто, да. Вот он все оглядывается. Опять-таки, это может быть оглядывание на прошлое, сколько они вместе прошли, да. Это привычка, это, да, вот оглядывание вот на то, что вот сколько мы прошли, сколько мы были вместе, да, было когда-то хорошо. И вот оглядывается на это все, да. То есть так просто отпустить свое прошлое он тоже не может. Вот он оглядывается, стоит. Ну, настроен к ней, как король мечей как-то, да, он будет, может быть, делать больно, холоден к ней будет, да, как-то отстаивать свои границы, может, там, убивать молчанием как-то, да, его будет немножко, он, ну, вот, отстраняться. Он не будет понимать, что у него в отношениях, понимаете, он опять здесь выбор, вот его качать здесь будет, он будет о любовном треугольнике думать, он, знаете как, он может там с утра приходить к ней, да, говорить, давай начнем все сначала, к вечеру его будет, ну вот, да, колбасить, здесь карта вот такая будет, да, чувства глубоко нестабильные, то он будет хотеть начать все сначала помириться, то он будет хотеть уйти и закрыть за прошлым дверь и вообще не знать тебя, да, потом опять вспоминает это прошлое и опять думает, а может быть можно начать все сначала. Здесь у него глобальная карта выбора, весь июнь он будет выбирать, что делать, да, у него нету стабильного чувства к ней. Здесь опять-таки фоном идет другая женщина, то есть думать о вас он будет, и его будет колбасить туда-сюда. Он недоволен ситуацией, нестабильные чувства, он не понимает, что он к ней чувствует, понимаете, нет, у него, знаете, как перед глазами пелена какая-то. Он не понимает, что чувствует к ней. Вот если он сам, если она его спросит, что ты ко мне чувствуешь, он не ответит, он не знает, что. Ему кажется, что ничего в одно мгновение, да, а потом раз, что-то вот вроде бы не ссорится, да, дома, вроде бы более-менее дома вечер нормально прошел, думает, ой, вроде ничего, вроде люблю. То есть здесь какая-то такая вот у него, понимаете, позиция. Я не могу выделить одного чувства. Здесь его прям вот... С одной стороны, будет холоден, да, вот ее как-то отстранять, делать больно. А с другой стороны, иногда будет, знаете, вот здесь кнут и пряник, вот. И здесь непонятно, как когда он кнутом ее огреет, а когда пряник ей даст. Вот здесь такая ситуация. Здесь человек вот вообще глубоко нестабилен. Весь месяц будет.
Но опять-таки, да, имейте в виду, что если здесь магия, это понятно, почему, да, вот его так будет, вот. Только я не понимаю, если это делает она, зачем она делает, если вот никакого вот удовлетворения, да, если человек вот так вот себя ведет, зачем это надо делать? Это просто такое, знаете, какое-то неуважение очень сильное к себе. Может, это не она делает, может быть, это вы делаете, да, пытаетесь его вернуть. Она за свою семью борется. Так, а что у него в подсознании? Он ее боится. Стоит на выборе, боится. Есть вторая женщина, которую он любит, но он как собака на цепи, к ней действовать не может. Вот он рвется и никак не может. Он ее любит. А здесь есть жена. Он здесь в воспоминаниях весь. Он весь в воспоминаниях. А здесь в прошлом были чувства у него сильные, да, к ней. И теперь не знает, что делать. Здесь какая-то есть зависимая ситуация. В чем зависимость? В чем зависимость? Ну, во-первых, официальные узы, во-вторых, страх его. Да, а в-третьих, он не знает, что делать. Он зависим от нее, и он не знает, что ему делать. То есть такое ощущение, что то ли он должен уйти и все оставить ей, да, он думает, что это я буду оставлять ей. То ли здесь просто вот эти официальные узы, то, что они, да, в официальном браке. Вот. Он здесь хочет помириться, но он не понимает, как. Здесь зависимость от нее есть, а здесь такая карта выпала, понимаете? И он боится этого, понимаете, какая-то зависимость. В чем зависимость, не говорят тут. Ну, может быть, магия. А может и не магия. Не может сделать выбор, он, понимаете? Он все тянет, черепаха какая-то. Вот тянет кота за хвост. Вот он хочет вроде бы уйти, и тут тянет кота за хвост. Оттягивает, да, вот как-то оттягивает момент. Что у него в подсознании здесь, причем он думает о другой женщине, да, но боится сделать неправильный выбор. Прям весь в страхах каких-то, весь в страхах в какой-то зависимой ситуации. И стоим на выборе, что делать не знаем. Лег и лежу. Ну и давайте, это мысли, чувства, давайте посмотрим вообще общую тенденцию, что там у них будет. А что у него будет с женой? Что у него будет с женой в июне месяце? Ну, ссориться здесь будут. Ссориться здесь будут, прояснять ситуацию. Здесь восьмерка кубков, карта ухода, да. То есть вот, скорее всего, здесь поссорится, выяснит все. И по восьмерке кубков кто-то будет уходить. А кто будет, кто уйдет? Мужчина, карта императора, да. Здесь кто уйдет, ну, он выйдет из отношений, да. Решит, что все, хватит. Будет выяснять карта солнца. Во-первых, карта эгоизма, да. А во-вторых, карта прояснения ситуации. То есть вот здесь по пятерке мечей, это, знаете, когда... Вот все грязное белье, вот все вот эти претензии, ссоры. Здесь может быть битье посуды. Здесь может быть, как, знаете, когда друг друга оскорбляют люди. В общем, какая-то неприятная такая ситуация, да, произойдет. Вот где-то тут один плакать точно будет. Вот. А второй здесь вот при смерти валяться будет. Ну, здесь какая-то вот такая ситуация, понимаете, да? Опять-таки, это все образно, чтобы вы поняли. А тут мне опять скажут, а он ее убивает, что ли? Меня просто иногда поражает, что, ну, люди так буквально прям воспринимают, да, информацию. Поэтому... Здесь вот какая-то ситуация через ссору, через что-то неприятное будет прояснение ситуации, да, и император здесь у нас уйдет из отношений. А императрица хитростью будет пытаться его вернуть. Хитростью, может быть, страсть, да, на него тут влиять как-то будет, ну, по семерке мечей, здесь она будет именно как, ну, пытаться его вернуть в отношения. Играть, может быть, на страсти, на каких-то вот там, на детях, на каких-то вот таких вот низменных, знаете, по, ну, по жезлам, да, таких вот чувствах. Ну, маг еще, да, она здесь будет манипулировать, да. Маг, семерка мечей. Дальше что будет у них?
Пока развода, девочки, не вижу. Здесь пока развода, честно, не вижу. Здесь будут манипуляции, будут туда-сюда их волтузи. Здесь такая ситуация. Еще и Верховная Жрица, карта Отшельника. То есть здесь я не вижу, здесь вот опять вы идете, да. Здесь одиночество вдвоем. Люди, может быть, даже не живут вместе, да. Либо живут там, спят в разных комнатах, либо вообще в принципе, да. Вот, ну, нету их ничего. Вообще, я не понимаю, да, они могут даже не разговаривать. Ну, вот, вот змея, да, вот здесь вот она, вот змея. Вот, поэтому здесь карта мага, карта Верховной Жрицы, сами понимаете, семерка мечей, да, для кого опять это вот актуально. Поэтому здесь что у них? Пока семья, да, десятка кубков, пока семья. Ну, то есть официальные узы, я не вижу, чтобы были расторгнуты. Но ничего хорошего здесь не вижу. Здесь будет какое-то глобальное тотальное разочарование. Здесь женщина недовольна ситуацией. Ну, здесь и показали, да, по ее линии здесь, что она будет пытаться как-то манипулировать, пытаться как-то вернуть отношения. Опять-таки, может манипулировать детьми, может манипулировать документами, деньгами какими-то, может быть, имуществом, да, здесь. Вот. Пытаться начать все сначала, да. Но у них здесь вот по пятерке жезлов, ну, вот они здесь будут как-то стараться друг друга подмять под себя, да, какие-то вот у них ссоры здесь могут быть, конфликты могут быть соперничество какое-то. Поэтому, ну, и по пятерке кубков здесь какое-то тотальное разочарование, да, вот у них, они уже испробовали все выходы, все, что можно, да. И не получается. Вот есть сзади два кубка, выход из ситуации, как минимум, два решения есть, да, но они обоих их не устраивают. К примеру, там, да, она может говорить ему опять-таки, да, возвращаясь к началу расклада, она может ему говорить, да, давай, уходи там, ну, оставляй тогда все мне там, потому что у меня дети, мне жить негде, давай иди. А он думает, а что это я должен тебе все оставлять? Мы там 20 лет жили вместе, нажили все это, почему я тебе должен оставлять? Либо там что-то другое, да, но это я опять-таки примеры привела. То есть у них есть как минимум два пути решения проблемы их в их отношениях, но они их упорно не хотят видеть, оно их не устраивает, да? Поэтому они смотрят вот на эти пролитые кубки и не знают, что им здесь делать. Весь все в разочаровании, вот белый флаг подняли и дальше сидят, что делать, мы не знаем. Чувство глубокого тотального одиночества у них, да, и все, и сидим. И сидим. Ну, еще и Верховная Жрица. Поэтому здесь как-то вот... Ну, тяжело. Честно говоря, тяжелый месяц. Тяжелый месяц. Развода не вижу. Но я, собственно говоря, здесь мужчина собрался уже уходить, да. Поэтому здесь вот уход. Не вижу ничего хорошего у них в отношениях. Вот такой вот у них тяжеленький июнь месяц, да, будет. Несмотря на то, что здесь когда-то была любовь, когда-то было взаимопонимание, взаимоуважение здесь было. Но, знаете, здесь как-то, вот здесь карты говорят, что у них, ну, они бы живут в прошлом, понимаете, шестерка кубков, карта прошлого. Вот они живут, как было хорошо когда-то, как все начиналось, как они там любили друг друга, да. А теперь вот эти вот взаимные претензии... И что теперь с этим делать, они не понимают, да, как взрослые бы люди просто взяли бы, разошлись, если тяжело вместе, если не можете быть вместе, да, а они не могут, вот это вот начинается у них какое-то такое, вы знаете, ковыряние в грязном белье, вот, поэтому вот такой вот расклад получился, девочки, всех люблю, всех целую, до новых встреч.